Новая точка притяжения в Новоалтайске – сквер «Молодежный». Еще совсем недавно на этом месте были заросли деревьев и мусор. У нас очень мало парков такой вот именно такого масштаба и с таким вот наполнением, поэтому очень классное место. Хорошая площадка, новую площадку построили. Теперь здесь много игроков играют. Скалолазка вот так лазит. Ну еще тут кроме вот так площадка просто подкачаться. Две площадки, это вообще замечательно. Хорошо. Еще хорошо, что разный интерактивчик, это тоже. Короче, все супер. Еще программа, это очень классно. Всем советую когда-нибудь сюда прийти. Сквер «Молодежный» – первый для данного микрорайона. Он появился благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Работы вели 2 года. Мы работы проводили эти 2 этапа. В прошлом году подготавливался участок. По второму этапу проводились работы полностью по установке всех бордюрных камней, укладки асфальта, укладки щебеночного покрытия, укладки резинового покрытия, укладки брусчатки, подготовки ливневых стоков, дорожных полотен вокруг участка, ну и малые архитектурные формы площадки. Также в сквере установили освещение, видеокамеры и озеленили территорию. Однако на первом этапе застройки возникли некоторые технические сложности. На этой территории проходила теплотрасса. И мы вынуждены были ее выносить за границы. Мы понимали, что в случае порыва вся вот эта красота будет нарушена. Нам выделили дополнительное финансирование, больше 9 миллионов рублей. Мы провели конкурсные процедуры и вынесли опасный коммунальный объект за территорию нашего сквера «Молодежный». Всего на выполнение работ по благоустройству затратили порядка 40 миллионов федерального, краевого и городского бюджета. Я очень рада, что этот сквер тут у нас появился, потому что тут, знаете, что были заросли и все. А сейчас просто сердце радуется. Есть где детям отдохнуть, где пожилым людям отдохнуть, на лавочке посидеть, познакомиться, пообщаться. Кстати, уже известно дальнейшее благоустройство Новоалтайска. В этот раз конкурс выиграли сразу 2 объекта. Большая пешеходная зона, которая проходит по нескольким центральным улицам, и сквер Победы на улице Деповская. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.